Короче, такая тема. Давай, подержу, что ли. Так, давай, да. Вообще, всем понятно, что есть open source, непонятно, короче, как его... очень понятно, как его применять, вот, но что из этого можно сделать полезного в наших локальных, короче, белорусских масштабах? Мы как-то собрались и решили, короче, что мы все такие крутые опенсорсники, давайте попробуем зафигачить что-нибудь. Сейчас она по идее. Сейчас что-нибудь как бы выйдет. Короче, мы сделали... Короче, мы сделали такой вот типа сайтик Open Data By, на который начали фигачить всякие там типа данные, там выковыривать их в Белстата, приводить к виду CSV, и на которой можно, в общем-то, делать какие-то свои проектики. Вот. Выглядит это все на Drupal. Исходники есть, но как бы там ребята что-то пилят. Но это не самое интересное, на самом деле. То есть, если зайти на этот сайт, там будут какие-то ссылки на группу. Я хотел показать, собственно, то, что сделали журналисты. Вот, журналисты у нас интересные, короче, когда все программеры как бы, ну, после работы были заняты, в общем, они плюнули на все, залезли на код академии, еще на какую-то штуку, и начали, в общем, там кодить, вот. В общем, мы сказали, что это несложно, вот, это была наша самая большая, короче, достижение. Вот, и, в общем, человек за год, он где-то вот, короче, от нас скрывался, то есть он там слезно просил там прикрутить карту, там еще что-то, но так как мы все, короче, у нас нет времени, короче, он сделал такую, типа там штуку. Типа он взялся делать страничку, на которой там какой-то JavaScript-ом прикрутил какую-то там формулу капа. Не знаю, там я могу там набрать какой-нибудь там проспект Пушкина, допустим. Ну, в общем, я думаю, что из интернета она будет очень долго грузиться, потому что человек, как бы, ну, он, может, не знал, что там что-то надо оптимизировать, но факт остается фактом. Короче, есть домен Open Data By, есть поддомены, на которые, если у вас есть какая-то интересная идея, что можно визуализировать, и вы нашли какие-то интересные данные, можно всю эту фигню, короче, кидать. Вот. Собственно, об этом мой блиц. Если вы считаете себя там крутым кодером, то можно. Если считаете не крутым кодером, то тем более, короче, можно делать всякие эксперименты. И вот вы посмотрите, короче, сколько потом изданий, вот там Компьютерная Весть, Телеграф, там Харти, короче, ссылаются на вот эту вот как бы подделку, грубо говоря. Вот, то есть, ну, здесь на самом деле должна была быть карта Минска. У меня флеш отключен. Вот, да. Флеш отключен? Да, все нормально. Да, так, вот. Ну, она там есть, представьте, что вообще есть. Да, да. Так, вот, тут еще есть... Есть у нас какие-то конфиги к этому делу, есть у нас там что-то с OSM связанное, и сейчас дайте я вспомню, какие там еще были проекты. Ну, 5 минут кто-нибудь смотрит вообще там? Да. О, хорошо. Еще минута 30. О, блин, отлично. А, вот, еще был, по-моему, запрет на алкоголь. По каким дням? В какой части страны? Можно, нет, нельзя пить, вот. То есть когда, нет, точнее, пить можно всегда, а в какие дни, короче, ты ничего не достанешь, если ты не подготовился. И вот, в общем, с этого, если там долго-долго медитировать над слайдером, а есть определенное состояние, в котором это можно делать, то, в общем-то, можно найти дни и пометить себе в календаре, когда этого делать нельзя именно в твоей области. Но для интересующихся можно будет продолжить, когда мы все эти заработают в полную силу. Вот, ну, а как бы приглашение остается в силе, короче, присылайте там pull-реквесты, и можно получить славу и известность вот, с помощью open-source и открытых данных. Вот, у меня все.